Ашхабад сегодня стал сердцем армянской культуры. 28 октября город распахнул свои объятия для гостей из Армении, которые привезли с собой богатейшее культурное наследие своей страны. Дни культуры Армении, стартовавшие в туркменской столице, стали свидетельством глубоких исторических и культурных связей между нашими народами. Армянские гости, с большим почтением отнесясь к культурному наследию Туркменистана, посетили мемориальный комплекс Махтумкули и почтили память выдающегося армянского композитора Саят Новы. Особую атмосферу создало посещение древней Нисы, одного из старейших городов Центральной Азии. Звуки армянской народной музыки, прозвучавшие в этом историческом месте, сплелись с эхом веков, создавая уникальную атмосферу. Государственный музей Туркменистана гостеприимно распахнул свои двери для гостей, познакомив их с богатейшим культурным наследием нашей страны. В киноконцертном зале «Ватан» состоялось культурное мероприятие, где зрители смогли насладиться армянским кино, живописью и музыкой. А вечером во дворце мукамов состоялся концерт, где центром притяжения вечера стал концерт государственного ансамбля песни и пляски Армении имени Татула Алтуняна. Основанный в 1938 году, ансамбль уже более 85 лет радует зрителей по всему миру своим мастерством. Программа концерта была насыщена разнообразными номерами, отображающими богатство армянской народной музыки и танцев. Зрители с восторгом встречали каждый номер, а зажигательные танцы никого не оставили равнодушными. Армянский танец – это не просто набор движений, это отражение истории и души народа. Каждый танец рассказывает свою историю, передает эмоции и традиции. И на концерте в Ашхабаде зрители смогли ощутить всю эту глубину и красоту. Дни культуры Армении – это не просто культурный обмен, это укрепление дружбы между нашими народами. Искусство и музыка – универсальный язык, способствующий взаимопониманию и уважению культурного разнообразия.